Конечно же, от слова фантазеры или ФЗ. То есть Федя и Зоя. 2009 год, год первого набора. Первый набор был открыт только на вокальное направление. В связи с тем, что в нашем районе была открыта новая современная школа 531, администрация Дворца на Ленской и школа приняла решение открыть вокальное направление на базе этой школы. И в этот год к нам пришли только дети группы продленного дня. Этот год был экспериментальным, и только через год вокальная группа стала переформироваться, развиваться, обретая черты будущей эстрадной студии «Фантазеры». Первый год работы в студии показал, что эстрадный жанр не должен быть ограничен только вокальным направлением. И для достижения наилучшего результата необходимо ввести дополнительные дисциплины, такие как актерское мастерство и хореография. Начал формироваться педагогический коллектив, разрабатываться основы педагогических программ и складываться методы и принципы взаимодействия педагогов и детей. И 2010 год стал годом рождения эстрадной студии «Фантазеры». Для нас основной целью стало воспитание и становление артиста синтетического жанра, создание условий для личностного роста и самореализации через номера, мюзиклы, спектакли, общественные мероприятия и внутристудийную жизнь. Последние 5 лет педагогами студии был создан уникальный репертуар – более 40 номеров, главный критерий которых – это создание цельного номера с хорошей идеей, зовущей к добру или открывающей тайны Вселенной. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Все наши концертные программы – это не просто отдельные номера. Это целая увлекательная история, захватывающий спектакль, в котором номера связываются единой сюжетной линией. Оно переносит людей в мир прекрасных образов. Весенняя «Фантомас Фантазия», «Советский концерт», «Безумный мир профессора Дрима», «Весеннее обозрение», «Фризона». Также в репертуаре студии есть театральные постановки. Мюзикл «Нью Цветик», военный спектакль «Здесь птицы не поют». Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу, плечом бросаем землю тут. Музыкальное ревю «Мир, труд, май, любовь и музыка». Пластический спектакль «Анники, невеста каменная». Повели они добрую Анники через злые ущелья глубокие. А также фрагменты известных мюзиклов. Меня зовут Волошина Полина. Мой долгий и очень творческий путь в эстрадной студии «Фантазеры» начался с 7 лет, когда студия еще только-только создавалась. Я участвовала во всех студийных мероприятиях, конкурсах, не пропускала ни одной поездки и ни одного концерта. Закончив первую ступень обучения, я перешла на более углубленный курс, и даже после выпуска «Фантазеры» являются неотъемлемой частью моей жизни. Важной частью нашей студии является взаимодействие с родителями. Они наш тыл, наша опора. Без их участия и помощи не происходит ни одно студийное мероприятие. А ты помнишь наши пикники? Конечно! Это стало одной из традиций студии. Младшие, старшие, родители и педагоги собираются на большой лесной поляне, жарят сосиски и шашлыки. И, конечно, танцуют и поют любимые студийные песни.
За 10 лет в студии сложилось немало интересных традиций. Каждый год в сентябре все студийцы празднично и торжественно собираются на открытие сезона, а в конце года на закрытие. Новогодние праздники, ежегодные вокальные концерты и актерские турниры – все это неотъемлемая часть студийной жизни. Но профессионализм складывается не только из специальных умений и навыков, но и из общекультурного уровня. Поэтому наши дети вместе с педагогами посещают театры, концерты, различные культурные мероприятия и обогащаются духовно. Больше всего на студийных мероприятиях мне нравится придумывать, как объявить следующий номер. О, кстати, Федя, а ты подготовил номер на творческие мастерские? О, кстати, Вероника, а ты придумала номер на творческие мастерские? Я? Конечно! А можно, пожалуйста, я его возьму для номера? Бери. Спасибо большое! Творческие мастерские для старшего состава, «Мал да удал» для младшего. Это внутристудийный конкурс детских постановочных работ, где учащимся дается возможность проявить себя в качестве юного постановщика. Дети сами выбирают жанр выступления. Казнить нельзя! Помиловать! Позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Это может быть танец, песня, актерский этюд, стих, танец с песней, песня с танцем или этюд с песней. Все это может стать номером для творческих мастерских. Тут ли меня не напугала длиннохвостая? Подождите, мы совсем забыли про наши летние ФЗ-конкурсы. Фото, видео-приветы, видео-креатив, необычные шпагаты. Каждый год, да что там, каждые каникулы нам дают разные интересные задания. Мы же фантазеры, вот и фантазируем. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Участие в студийных мероприятиях, ФЗ-конкурсах, активность и креативность на уроках не остаются незамеченными. Ведь в студии есть награды для каждого, и самым старательным ученикам они ежегодно вручаются. Шаг вперед, отличный старт, вокальный, актерский или хореографический прорыв. И, конечно же, самая значимая награда для каждого студийца – это фантик для младшего состава и фан для старшего. У нас, как на Олимпийских играх, есть серебряные, бронзовые и золотые фанты и фантики. Но наивысшая награда – это звание ФЗ-мастера. Эта премия вручается тем, кто проделал долгий и качественный путь в обучении, были обладателями фантов прошлых лет, те, на кого уже можно равняться и у кого стоит учиться. Федя, я тебе обещаю, когда-нибудь я точно стану ФЗ-мастером. Ну, для этого нужно очень стараться, хорошо заниматься, сдавать задания по хореографии, вокалу и актерскому. А главное, быть настоящим фантазером. Вот так Дима, например. Дима, расскажи, что тебе больше всего нравится в студии? Мне? Поездки. Лагеря, зимние, летние, фестивали, конкурсы. Мы ведь ездили в Германию, Крым, Сочи, Москву. Всего и не упомнишь. Начиная с 2012 года мы ездим в лагеря. Пионер! Восход! Спёртый! Гагарин! Матросный! Связист! Смарт! Кэмп! И, конечно, наш любимый зеркальный! Насыщенная жизнь лагеря занятиями, внутристудийными мероприятиями, выступлениями, экскурсиями, мастер-классами. И ни одна поездка не обходится без ФЗ-игры «Ангел-хранитель», в которой дети тайно ухаживают друг за другом, делают творческие подарки, оберегают и уделяют внимание своему подопечному. Потому что нам важно вырастить в ребенке не только хорошего артиста, но и гармоничную личность.
Основной задачей нашего коллектива является подготовка учащихся, равноценно владеющих тремя направлениями эстрадного жанра – вокалом, хореографией и актерским мастерством, а также профессиональная ориентация учащихся, желающих в будущем реализовать себя на высоком профессиональном уровне. Какие направления тебе больше всего по душе? Вокал, хореография или актерское? А знаешь, мне нравится и петь, и танцевать, и показывать этюды. Все вместе это идеальное сочетание. На уроках хореографии дети осваивают базу классического и модерн-джаз-танца, занимаются импровизацией и сочиняют собственные связки и этюды. По освоению базовой и углубленной программы обучения ребята получают предпрофессиональные навыки владения своим телом, развивают чувство ритма и координацию, умение ориентироваться в сценическом пространстве и работать в партнерстве, воспитывают художественный вкус и реализуют творческий потенциал. Актерское мастерство позволяет не только развить актерские способности, смело перевоплощаться в любого персонажа, легко импровизировать, погружаясь в роль, но и способствует развитию самостоятельного творческого мышления, объемного восприятия окружающего мира, что невозможно без первоосновы, раскрытия сенсорных каналов, овладения основными элементами актерского мастерства сценической речи и сценического движения. Все это учит ребенка глубже и тоньше понимать себя и окружающую действительность. В занятиях вокального ансамбля учащиеся развивают слух, голос, овладевают основами певческого дыхания, развивают гармонический и мелодический слух, осваивают основы работы с музыкальной фразой и текстом. В итоге обучения учащиеся овладевают навыками соединения вокального исполнительства с актерскими и хореографическими задачами. Что для вас значит студия? Радость быть разной. Самые преданные, любимые друзья. Свобода, творчество и импровизация. Возможность петь, забывая все на свете. Улучшение версии себя. Место, в котором я танцую и пою. Душевные разговоры и поиск себя. Меня зовут Фефелова Полина, и я 11 лет занималась в фантазерах. Я могу сказать, что фантазеры очень сильно повлияли на выбор моей будущей профессии, а также на мою жизнь. Благодаря фантазерам я поняла, что мне нравится выступать на сцене. Фантазеры смогли развить во мне способности к вокалу, танцам и актерскому мастерству. Мы много ездили в детские лагеря, участвовали в разных конкурсах. Год назад я поняла, что хочу связать свою жизнь с танцами. В 2017 году я закончила эстрадную студию «Фантазеры». После нее я поступила в Центральную академию на Маховой. Уже 3 года я работаю в Театре БУФ. И, в принципе, то, чем я занимаюсь сейчас, это почти то же самое, то, чем я занималась в студии. Теперь я нахожусь там, где и должен быть. Только благодаря «Фантазерам». Эстрадная студия «Фантазеры» — это действительно то самое место, где вы можете почувствовать себя самим собой, где вы можете творить. Мы с ребятами, мы росли как одна семья, где педагоги были нашими родителями. Это школа жизни, которая делает себя личностью. И я безумно всем благодарна. Когда ты фантазеров выпускник,
к любому происшествию привык. Ты знаешь все о сцене, бусинка, как лучше нот успеть, все успеть. Слушай-ка, пока. Выпускники эстрадной студии «Фантазеры» успешно продолжают профессиональное обучение в высших учебных заведениях, таких как Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербургский университет профсоюзов по творческим специальностям, артист музыкального театра, режиссуры театрализованных представлений и праздников, руководитель хореографических коллективов, артист эстрады. Наш коллектив ежегодно принимает участие в значимых городских концертах и мероприятиях, а также всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Мы занимаем призовые места в вокальном, хореографическом и театральном направлении. Являемся неоднократными лауреатами городских конкурсов концертного зала «Карнавал» территории творчества, таких как «Фейерверк национальных культур», «Открытие», «Родина моя». Участвуя в 18-м международном брянцевском фестивале со спектаклем «Здесь птицы не поют», студия получила диплом лауреата-победителя и специальный приз жюри. Эстрадная студия «Фантазеры» неизменно демонстрирует высокий профессиональный уровень представляемых на конкурс номеров. В конкурсе «Гран-при «Восходящая звезда» на ежегодную премию Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Ленинградской области для талантливых детей, молодежи и творческих коллективов студия удостоена звания «Лучший вокально-хореографический коллектив». Особенно на больших, красивых сценах. Коллектив успешно участвует в городских мероприятиях, таких как губернаторская елка в Ледовом дворце, ледовое представление «Бременские музыканты», городской праздник, посвященный Международному дню знаний, где учащиеся студии выступали для первоклашек всего города. Спектакли «Хочу все знать» или «Приключения Незнайки из цветочного города». Студия неоднократно участвовала в городском концерте конкурса детских социальных проектов и инициатив «Дети детям», а также в концертах общественной организации «Бессмертный Ленинград». Мы всегда открыты к сотрудничеству и совместным творческим проектам. И все это происходит благодаря бесконечному энтузиазму и профессионализму педагогов эстрадной студии «Фантазеры». Постоянному творческому поиску и невероятной любви к детям и стремлению создания среды, в которой каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал и свои возможности. И почувствовать себя частью большой и дружной фантазерской семьи. Как здорово! Сколько интересного у нас уже было! А сколько еще будет? Да! Стоп, снято! Молодцы! Что, уже все? Ну да. А как же наш любимый гимн? Федя, Зоя, вы где? Мы вас ждем! Ой, ой. Нам преграды и проблемы ни почем. Ведь главное гореть и быть огнем, чтобы мир добрее сделать, чудо в жизни замечать. Давайте вместе петь и танцевать, отдаем себя искусству. Не забудешь эти чувства, мир как сцена, это наша жизнь. Мы фантазеры, пусть услышит нас.